Ну а в Москве состоялась встреча патриарха всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, епископом Североморским и Омским Митрофаном и командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым. В ходе беседы обсуждалась инициатива создания памятника небесному покровителю российского флота и всех мореплавателей, святителю Николая. Адмирал Евменов представил представителю Русской Православной Церкви эскиз и макет памятника. Полярный день и вот с подсветкой в полярную ночь. Он как бы указывает путь и в океан, и указывает встречает. Путь к родным берегам. Да. Ну, достаточно защищает. Да. По инициативе командующего Северным флотом памятник святителю планируется установить в Кольском заливе на самой высокой точке острова со стороны Баренцева моря, недалеко от входа в главную базу флота Североморск.